В Самаре возбудили уголовное дело на компанию, которая поставляла контрафактные медицинские изделия в лечебные учреждения региона. Их обнаружили на складе в железнодорожном районе. Проверку проводили сотрудники прокуратуры, областного Минздрава и Росздравнадзора. На складе контролирующие органы обнаружили более 5000 медицинских перчаток, которые по визуальным признакам могли быть контрафактом. В ходе проведения проверки визуально были получены данные о том, что на данном складе хранятся фальсифицированные медицинские изделия. Признаки фальсификации были выявлены визуально различные. Медицинские изделия передали на исследование Росздравнадзор, который подтвердил, что они являются фальсификатом. Материалы проверки прокуратура отправила в Следственный комитет, который и возбудил уголовное дело. Вся партия перчаток была изъята. Сейчас идет расследование. В областном Минздраве подчеркнули, что ведомство совместно с Росздравнадзором ведет жесткий контроль за поставщиками медицинских изделий и лекарственных препаратов. И проверки качества продукции ведутся систематически. Министерство здравоохранения Самарской области и Росздравнадзор заинтересованы, чтобы в наших лечебных учреждениях были только качественные лекарственные препараты и качественные расходные материалы. И мы очень внимательно относимся к тем фактам, когда наши учреждения сталкиваются с фальсифицированной продукцией. Наказание за торговлю контрафактными медицинскими изделиями – до 8 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей. Елена Малютина, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.